Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, я Дима. И вот сейчас 200 литров на данный момент хочу вам показать. Значит, по воде. Воду я еще не до конца долил, как вы можете видеть. Вот. Мутняк уже воды сошел, было совсем как молоко. Вода мутная от того, что я засыпал сюда кварцевый песок. Как бы я его не промывал, я его промывал долго, все равно он дал муть. Вот. Я поместил сюда акваэлевский турбофильтр и наполнил емкость синтепоном. И акваэлевский фан 2, по-моему, или фан 3, также с синтепоном. Пусть фильтруют. Вот. Стоит на 26 градусов нагреватель. Ну, какая-то разбежность у него, не знаю, потому как, ну, 25 показывает сейчас. Ну, 1 градус плюс-минус, я думаю, это не критично. Вот, также в аквариуме вот стоит подача воздуха. Это маленький компрессор, на который я уже делал обзор. А-пумп мини. Вот. Из декорации я взял лаву, на которую ничего не примотано, которая была в 72 литрах, и пока временно разместил сюда, и одну кочку с мхом бабл. Вот. Также тут есть улитки, есть одна креветка неокоридина, и, не знаю, в начале видео вы заметили или нет, как бы вам показать, где он тут. Он плавает, варфоломей. А вот он плавает, вот. Это самец микроразбора галактика, который перебил у меня всю мелочь неокоридина. Вот он один из стаи остался, он реально матерый, зверский. Я его сюда в карцер отправил. Выживет, значит, ему повезет. Вот. По свету пока еще ничего не решил. Даже не знаю, как это будет решаться. Вот стоит с 5-литрового. Маленькая подсветка, ну просто чтобы понимать, что тут происходит в аквариуме. Вот. Съездил на рынок, купил вот такой аквайер кристалл. Вот. Сейчас буду его применять для того, чтобы поскорее убрать муть. Также закупил аквайеровское железо. Вот. Для буцефаландр нужен будет увеличенные дозы. Решил взять сразу литр, чтобы не мучаться. Также приобрел губку вот такую. Пока тут будет турбофильтр, я надену, наверное, на турбофильтр эту губку. Вот. Ну и тут набор растений, какой-то папоротник. Честно говоря, не знаю, на 20 гривен купил, чтобы сюда кинуть, пока тут все будет развиваться. Вот. Растения я разместил. Вот такой папоротник, что-то из длинностебельки, честно говоря, не помню, что это. Кто разбирается, подскажите. Ну вот, пистия сверху. Пусть пока это все будет так, пока все будет запускаться. Вот, ребята, на сегодняшний день такой вид имеет 200-литровый аквариум. Фильтруем воду, приводим в порядок, вот, а там уже будет видно. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось, задавайте вопросы. Всего доброго!